И еще, конечно же, один бой. Компании так интересные. Там режимы игры довольно-таки занятные. Но в мультиплеере все-таки, когда на равных так с живым человеком борешься, азарт побольше будет. Да, живые люди склонны умирать во время поиска матча. Противник вышел из матча. Сочувствуем, сочувствуем. Ладно, еще много игроков. Кого-нибудь подберут. Не все со слабым здоровьем играют. Ой-ой-ой, что-то сердечко болит. Ой. Шутка. Подготавливаемся, готовы. Все, погнали. 2 секунды. Пойдет на старт. Кто быстрее нажмет кнопку. У тебя рыть кротами. Что за... Но если так мою подборку брать, или рекомендации по подбору, или билд команды, как это делать, то я бы обязательно брал либо белок, либо вот этих ящеров за 20. Дешевых, они очень нужны. Лягушки, ну не знаю, сомнительная вещь, потому что они толпой, когда ходят, они взрываются, и причем взрываются все сразу, гиблинги такие. Толку от них как-то я не наблюдаю много. Ну что ж, нам их выбрали, поэтому будем с ними играть. Я бы удивился, если бы тут был противник. Уже идут наши. Давай, убивай меня уже. Ты будешь толпеньком против меня. Так, ящеречка взорвалась успешно. С чем мы ее поздравляем? Так рядышком прям ферма. Ну, как бы окей, хорошо. Я не против. Надо, меня сейчас развалит. Убили свинотину мою. Это наша сядку стоит, свинина эта. Ну, мне реально просто не кем воевать, ну что ты хочешь? Что мне, лягушками взрывающимися воевать? Ну давай, попробуем. Где ты, куда ты убежал, урод? Тут всего-то три. Три вот эти штуки. О, нормально, так она бомбит. Шестьдесятки мне сносят, уроды. Ты что, тоже хочешь так сделать? А, это моя лягушка. Я думал, ты один юнитами тут воевать хотят со мной. Катился тут просто волной. Блин, у него там все забито просто. Ну да, это круто, стрелять в здание, когда тебя валят юниты. Что за жесть? Ладно. Мне кажется, нужно перенащать.
Что, ошибка? Все, я вылетел, поиграл.